продолжение ролика про лопату. Поставили цилиндр, все закрепили уже. Все сварено, все уголки, все укреплено. В каждом месте крепления. Так, зима у нас не удалась, снега не было вообще. К трактору крепится. Такие маленькие болты через отведение вверх, чтобы в трактор не било. Чтобы в случае чего срезал болты и лопата падала просто-напросто на землю. Трактор 21. 10-21. Со стороны вот так выглядит. Ну, испытания, может, в следующую зиму будут такое же крепление. Можно немного угол выставить. Но нужно что-нибудь под лопату подложить. И вот эту втулочку выкрутить. Ну, здесь вкрутить. Потому что лопата на эту сторону. Сильнее угол сделать. Здесь закрутить, там выкрутить. Легко настраивается.